И снова здравствуйте, дорогие друзья, с вами на связи Олег Олаф Гудвин, великий популяризатор массажных технологий и других целесообразных практик на всем русскоязычном пространстве интернета. И сегодня я хочу представить вот такую штучку, многие ее видели, да, очень дешевая, это мы снимаем сейчас лайфхак для массажистов, из таких прутиков, да, с эбонитовыми наконечниками. Эбонит, как вы знаете, он накапливает статическое электричество и, в принципе, нам очень полезен для волосистой части головы. То есть, когда вы проделали массаж головы, да, вот финальную часть, можете закончить тем, что расслабляете его таким приемом. Одевается этот массажер, он называется иногда скальпель массажер. Уже, да? Щекотно, смешно. Вот. Движения должны быть мягкие, плавные. А еще лучше сделать движение с легкой вибрацией. Вот примерно так. Меняю положение, чтобы тело не запоминало, где мы прошли до этого. Меняю угол наклона, чтобы тело еще больше ввести в заблуждение. Так, паучки. Но немногие знают, что это можно делать не только с головой, но и с другими частями тела. Например, вот прекрасно расслабляются, ну тут мозги отдыхают, да, вот здесь отдыхают плечики. По боковой части можно пройти, но будет щекотно несколько. Кроме того, у нас уже масла нету. По ягодицам пройти. Она немножко просто новая. Немножко еще не так пружинит. По ягодицам пройти. И потихонечку спуститься мягко к голове. И одеваем ее как шлем на голову. Вот получается эффект антенны. Это отличная защита от всяких инферальных сущностей, от всяких присосавшихся гадов к нашей ауре. Гораздо лучше работает, чем шапочка из фольги. Предлагаю вот это для этих целей использовать. Ну вот, господа, ловите такой лайфхак для массажиста. С вами был Олег Олаф Гудвин. До новых встреч. И не забывайте ставить лайки. Подпишитесь на нас.